Друзья, всем привет! Судя по тому, как вы любите тестнеты, последнее видео набрало 5000 просмотров всего за 5 дней, это Venom Blockchain. И сегодня я подобрал для вас интересный проект, который называется BearaChain. Сегодня мы будем ранним сторонником и абсолютно без вложений, чтобы претендовать на ретро-дроп, сделаем эту активность и пошагово выполним все действия. Погнали! Проект BearaChain разработан на экосистеме космоса. Это EVM блокчейн, который решает проблему ликвидности. В него занесли 42 миллиона долларов. Совсем недавно, это было в апреле 2023 года. Из лид инвесторов это Polychain Capital. А сейчас мы перейдем к тестнету, но перед этим обязательно подпишись на телеграм-канал. Все самые главные новости и раньше всех выходят там, поэтому обязательно переходи. Первым делом вы перейдете по ссылочке, которая в описании, попадете на chainlist.org, и мы с вами должны подключить Arbitrum Girly. Либо просто заходите на chainlist, вводите Arbitrum, включите тестовые сети, и вот здесь Arbitrum Girly добавляете, у меня уже добавлено. После этого, как добавили, подключаем свой кошелек и получаем Arbitrum токены в сети Girly. Вот здесь мы вводим наш адрес MetaMask, и тут у вас будет x2 бонус, нужно будет ретвит сделать поста, обязательно делайте, ссылку вставляете и два раза больше токенов получаете. После того, как мы получили 0.05 Agor, мы переходим на сайт beardex.his и тут подтверждаем, то есть understand. Тут нам говорят о том, что активности будут добавляться. Нас встречает вот такой медведь с медом, и тут мы должны сделать свап. И тут мы должны выбрать токен. Выбираем BRDX, к примеру, и вводим. То есть мы здесь делаем свап, у нас 0.05, вводим 0.02, например. И видим, что у нас будет 5.6 токенов. 1 BRDX, 0.03 Bera. Нажимаем свап. И confirm swap. Все, transaction submit, нажимаем close, выходим. У нас все получилось, как пишет. Все, если нажмем dashboard, видим, что у нас сейчас 2 токена. После этого нажимаем кнопку stake. И тут мы должны застейкать эти токены. Нажимаем stake, выбираем наш токен, 2.5, к примеру. Нажимаем approve. У нас высвечивается лимит расхода, в принципе, вводим ту же самую цифру 2.5, нажимаем далее. Очень высокая цена за газ на самом деле, возможно, когда вы будете делать, будет пониже. Ну, наверное, я вот так вот сделаю и нажимаю одобрить. Все, после того, как транзакция прошла, нажимаем кнопку депозит. И тут также подтверждаем транзакцию, скорее всего, опять потребуется газ. Я принципиально делаю самую низкую цену за газ, хотя она будет дольше идти. Но опять же, чтобы на все хватило, подтверждаю. И вот видим наш баланс в стейкинге. Что мы можем дальше сделать? Есть кнопка фарм, есть кнопка вложить, обменять. Мы уже обмен делали, давайте вложим. И здесь нам нужно нажать create a pair. Абсолютно так же выбираем токены. У нас есть 2 токена, это Bera, точнее 3 даже. И, к примеру, BRDX. Подбираем посредством разрешения, потому что если 0.01 ввожу, видите, не хватает. Вот, в принципе, получилось, потому что у меня здесь мало этих токенов. И вот такой approve делаем. И нажимаете supply. Сразу скажу, когда вылезет в MetaMask подтверждение, делаем газ самый высокий, чтобы быстро у вас все прошло. После этого нажимаем supply и confirm supply. Все, транзакция прошла, нажимаем close. Если мы нажмем кнопку farm, если вы заметили, в принципе, оно появится то же самое будет. Поэтому bridge еще не работает, в скором времени будет, поэтому будем ждать. Если нажмем dashboard, увидим с вами следующую картину. У нас есть 3 токена, на USDC еще поменял 2 пула ликвидности. Я просто это не показывал, сделал несколько транзакций. И в стейкинге. Теперь bridge, смотрите, не работает, это будет чуть в будущем. После этого вы перейдете по ссылке, которая называется testnet feedback form. И там заполните вот эти все данные. Развернуто пишите, что думаете о компании, с мобильной либо с компа это делали, как вам понравилось или нет. В общем, пишите все здесь. Далее ссылочка также будет на Discord в описании, переходим на него и верифицируемся. Также есть русскоязычный сайт, здесь можете что-то написать, чтобы увидели, что вы активны. Также, друзья, вы можете перейти в гильдию, выполнить вот эти вот все задания. Здесь нужно получить NFT определенный, чтобы получить роль. Для этого, а также вот здесь в links, в основной, вы увидите следующую группу Дискорда. Туда переходите, вас перекинет именно в BearaChain Bong Birk NFT. И там можете заминтить свои NFT, чтобы получить эти роли. Друзья, насколько я понял, чтобы получить эти роли, нужно приобрести NFT и холдить. Они, как видите, не бесплатные, какие-то ненормальные цены. Возможно, если я не прав, есть какие-то тестовые NFT, скажите в комментариях обязательно. Опять же, ребят, много времени это не требует. Раз в неделю, раз в две недели обязательно перепроходите все эти свабы, ликвидности и так далее. Если что-то новое будет появляться, обязательно в моем телеграм-канале вы увидите. Всем пока!